замчи! Да вот бегу, если лука нам все равно не бегу. Там Зера. Рестарт был? Где Зера? Кто сагрился? Не знаю. На Леона, походу. Как, куда? Куда, где? Я? Я вас к не вижу. К танку бежит, к танку. А, блин, он ко мне бежит. А, нифига он на тебя сагрился. Фига он сагрился. Вообще фига. А, вон бежит этот вамп. Главное, добежал до меня и разагрился. Интересно, девки пляшут, да? Вообще. Да вамп, да? Раз вот побегай тебе сейчас. Сагрится. Что, на золото идёт? Одиночный револьвер. Понятно. Че, вообще ноль реакции? Он спрятался за машиной. Ух ты. Вот только гляньте. Да. Давай, стрельба, давай. Одиночный револьвер. Второй. Хм. Вижу Зера. Угу. На звук пытаюсь понять, где ты там находишься. Завода, здание завода. А. Зашел внутрь, смотрю. Отожог станага нашел. Нахер не надо. На заводе, наверное, там только там цемент всякий. Цемент вот нашел, кирку нашел. Да. Я думаю, пока что нам я туда. Тулбоксы ищу. Нам тулбоксы вот лишние не будут. Вообще. По-моему, у меня тулбокс, насколько я помню. У тебя есть? А у вампа тоже есть? Угу. А, ну все тогда валим, если мы не сервисы. Чего? Пес педальный. Где вы вообще? Два на тебя. Ага. Опа. Ох, нифига это я. Два одиночный. Второй. Удачно я заглянул. Здрасте. Как у вас дела? Зомби, привет, чё, как дела? О! Пес! О, да хрена! Пистолет! На меня налетел, главное, засранец. Да, блин. Пальба такая. Все, в голову попал. Свадьба! Эконом патрон не хочу! Ой, я вижу. Ой, тут же вот патроны лежат. Ой, Зера сагрелся, валим, бежим, бежим! Да ты чё? Всё, бежим за мной, бежим. Беги, беги, не спиной. Оу, полегче, парень. Где, ты где? Про меня забудьте пока. Там он от Зера. Я в ёлке его уведу, давай. Зеро, Зеро. Он за тобой пошел, веди в ёлку. И да, у меня есть тулбокс. Еще один? Со слову почил я. Да не, просто... сказал, что у меня есть. Так, я тут неплохо так смотрю, нашел тут всякие штуки дрюки, МакПМ, фонарики. Фига ты там этого Зера по лесам гоняешь. Этот Зера, кстати, очень палится. Я вот его вообще из метров 300 вижу сейчас в лесу. Он такой желтенький весьма, это. Палевный у него скин. Давай это выползай лево оттуда. Я тут просто обшманываю. Тут сторожевая будка, она весьма так неплохо укомплектована всяким лутом. Вот я и подсуетился. Давай, а ты как-то мимо нее что ли проходил? А, нет, ты, наверное, вообще даже. Ты не там-то был. Понял. Я вроде там, на том заводе был. Он на том. Вы что, на завод пошли? Да, я понял. Нет, мы идем к тебе. Он отпал. Ну что ж, наступило утро. Наступило утро. Лео, встань. Лео, попритормаживай его. Поприветствуй его с... Лео. Хера, Зора, ты мудак. Можно я выстрелю ему в голову? Быстрее. Я по тебе не попал? Нет, не попал. Ты просто вообще на линию огня так хорошо вышел. Я не мог. Поднимайся на эту платформу, короче, с неё. Тупой кусок. Псины. Да поднимись на платформу, поднимись на платформу. На платформу он тебе да, сейчас. Бегу. Все пучком.
кровотечения нет. Вот ты молодец. Да, вот так. Кровоточу, бинтуй быстрей. Прикиньте, я Зеро потерял. Молодец. Бинтуй быстрей. Бинтуй. В этом смысле потерял. Короче, разагрился с леса, да? Я отошел метров на 100, он опять сагрился, побежал за мной, я побежал. Смотрю назад, его нету. Тупо. Ну чё, как тебе? Нормально. Посмотрел, что в зомби? Да там фин свет. Вам, ты где? Я в лесочке. Ну, а тут, на поле. Курва. Я про зомби. Да, у него, главное, в руке своя же рука была. Ну. Теперь я голодный. Забавный малый. Двигаем в сторону этой, и все, и там будем уже любить. Вау. Где пролагал? Все. Белград. В Белграде будем еду искать. Ну чё, как, набегался? Кто? Вон он. А, вон. Кто где? Зара слева. Слева? В лесу? А, ближе или... Вон, на поляне. На поляне? Пошли в лес, вижу. Вижу. Так. Идем нафиг в лес. А он далеко зрит? Нормально. Днем они вообще за километр агрятся, блин. Но зомби есть зомби. Его можно в текстуру угнать, а? Сейчас проблема в том, что, ну, стрелять-то сильно не стоит, потому что день, в любой момент могут вертолеты полететь, а мы стреляем. Тут по дороге сторожка есть, возле леса. А в сторожке обычно патрончики всякие, на винтовочки и так далее. Нет, в сторожке наоборот винтовочки обычно. Блин, мы на солнце прямо идем. И оно вот прям в глаза лупит. Ну, есть такое дело. На восток задвигаемся. Зато восход. Да я его не вижу ни черта. Слишком ярко светит. Да, восход уже прошел, по сути, уже, такое, знаешь, середина утра. Ну да, часов 10 утра пойдем. Мне интересно, а что часы показывают? 10 утра. Да? Эй, да. Нормально. Слушай, я прям по солнцу определил. Так фигли. Мастер выживать в дикой природе. Выжить любой ценой. Бэра Грилл засмотрели. На севере. На севере? Мне вот интересно, деревья тут правильно поставлены, да? Ты хочешь по муравьям определить, где... Мох. По мху? Мох растет до северной стороны. Мне кажется, тут не настолько это все. Потому что, прикинь, это какая ювелирная работа была. Хотя это не столько ювелирная работа, сколько любой деталям. Наверное, нет такого дела. Ну блин, пожар же лесный тут есть. Во, вижу. Хорошо. Спалить опять. Че там, зомби ходят, да? Конечно. Подбежать ему. Хотя в голову. Нет, походки надо. Да, военный, он в поле ушел. Он в поле ушел, нормально. Кто только что? Я перезарядился. Что перезарядил? ПМ? ПМ, ну. Я по звуку просто запоминаю. Запоминай. Так, он один, а где? А, вон второй. Будешь потом опытным лисенком, будешь по звуку определять, кто рядом с тобой, враг, какое оружие перезаряжает. Ну я еще звуки стрельбы запоминаю стараюсь. Вот звуки, кстати, здесь очень хорошо сделаны. Прям. Ну, блин, фиг ли, симулятор военный, что еще сказать. Патроны какие-то. Вертолеты. Че вертолеты? Вертолет у тебя. Не слышу. Слышу. Ложусь. Лёг. Почему я не слышу? Потому что я слышу. Таких призов. Я реально таки нету звука вертолета. Они очень далеко. У меня просто на максимум выкручен. У меня тоже на максимум выкручен. Его даже не это. Не видно. Где он там? Все улетело с концами. Лишний шухер просто. Так чуть-чуть вдалеке отдает лопасти. Звук. У меня просто звуки в игре достаточно тихие. А вот нет, он. Приближаются. Вот он. Ну теперь я его слышу. Тогда он на другом городе был. Вон они.
один. Это игрок, походу. Думаешь? Нет, вон трое. Вот. А, все, вижу двоих. Ха-ха. Летите, летите отсюда. Мерзопакостные уроды. Что мне нужно? Мне нужно перекусить. Зомби с агросом, правда? Да, на кого? О, нет. Я шифтом ходил. В голову, в голову, в голову. Блин. Попал, не. Я же перезаряжал. Я тоже стрелял. Может, я тоже. А нет, ты странно. Че у него есть? Нифига. Патроны на М10-14. Ясненько. Мне бы чего перекусить. А. Есть у кого? У нас последний банка. Пошли, все быстро, У меня просто красная уже. А, ну дай ему. Забирай. Я ничего не говорил по поводу так. Я тебя вот он ты, да. Что-то. Давайте быстрее. Как-то худенько сходили мы с этого. В городок-то. Зачем худенько, нормально? Ну, тихо. По еде-то. Тихо, тихо, тихо. Ама возле воды, походу, опять воду слышать. И жует просто. Тихо-тихо, тот такой глаза выпучил и ест. А Ванька слышит, ест. Все, я поел. Спасибо. Не уж что. На 40 градусов я иду. Блин, лучше держаться в ампа. Да. У тебя же GPS, да? Да. Тот самый, который я понадобил. Только он почему-то... А, нет, прикинь, он работает. Потому что, может... Он до этого не работал просто. Да ты чё? Он, ну, как, не хотел открываться вот так, как сейчас он у меня открылся. Вот так реально у каждого есть своя роль. Алис у нас это... лидер. До фермы идем. На ферму? Да, тут ферма по дороге. Нет, зачем сейчас. Просто, зачем? После леса она так же, как сторожка стоит. Ну я вот, я прям на нее выбежал, да, я вижу. Там амбар, вот в амбар бы я бы зашел на ферму, не стоит. Ну, амбар. Ты там мысль не закончил, да? А, да. То есть вот ты у нас лидер, я там вещи всякие нахожу постоянно какие-то. А, вамп у нас, походу, следопыт просто. Еще с автоматом такой, серьезный парень. Хантер. Я надеюсь, вы когда бегаете по сторонам, смотрите. Охотник. Я просто за вампом иду. А по сторонам не смотришь совсем? Нет. Начинай смотреть. Стоило бы, конечно. Это очень важно. В лес обязательно вглядывайтесь налево. То есть правую кнопку мыши зажимаешь, приближаешь и смотришь. Прям на ходу. Блин, так неудобно, я лучше на нам 6 нажму там справа. Так посмотреть. Так мне гораздо привычнее. Да я думаю, не стоит прямо в присядку совсем идти. Ну да, мы по полю идем, че? По дороге кто поедет, сразу палят. Ага, помещение жилое. Вы по лесу идете? Жилой дом там, строение. Мы до дома дошли. Все собрал. Так вы мне прям вплотную за мной идете, нормально. Я потому что на присядке шел. Да, я ему тоже вроде. Это все потому что ты черный, тебя не видно, где-то там есть. Я по стороне, я по полю бегу. Ну как по полю? Возле леса. Ясненько. Вот есть фоновые звуки, есть птички чирикают, там ветер воет, но есть фоновый мухи звук, летают. Да, мухи летают, комары, есть фоновый звук, где железная решетка об ветер ударяется. Где здесь есть железная решетка в лесу, я вот этого не пойму, у меня сейчас звук был. Когда мы к дому подбежали? Нет.
Прямо справа, в лесу вот был. Че, на амбар бежит? Я в амбаре. Уже в амбаре, ну ты оперативно. Опа, в амбар не заходите. Что там? Зеро стоит, Зеро стоит. Я сам облутаю просто. Просто не заходи. Мы да сторожку тут... пошли дальше. Угу. Ну тут в амбаре ничего нету, кроме химсвета, канистры. Я там вижу что-то вроде ванномобиль. В общем, это какая-то машина, но на ней нет колес. Но, возможно, в ней что-то есть вкусненькое. Где ты видишь? Где ты видишь? Так. Это рядом с амбаром. Ближе к лесу, сзади. А, вот, я вижу эту машинку. Я у нее. Это багги. Багги, да. Но у нее колес нету. Это глюки. Ты не бойся, это глюк. Она с лутом. Угу. Ну рассказывай, что там. Граната, рожки. Оу, yeah. Слушай, мы ее починить сможем. Там колес случаем нету для нее же. Колеса в ней же лежат. Обалдеть. Ну она для разведки больше годится. У нее все четыре колеса. Слушай, это умно. Снимать с нее колеса, ложить их в багажник и делать вид, что это. Нет, их не сняли. Это кто-то эту машину пытается отремонтировать. Да ты что? Это как я на заправке тогда оставили, у нас броневик там, помнишь, стоял? Угу, угу. Я в него постепенно все складывал. А, там этот пациент Zero, да? Внутри, не заходите. Ой. И на полный рост не ходите, потому что сагрит. Ой, да ну нафиг, блин. Тут еще чистое поле, фиг его куда уведешь. Жалко, еды нету, я бы еду забрал. Мы бы еду все забрали. Надо с этим как-то оперативно что-то сделать, иначе мы скоро голодать начнем. Я последний. Ладно, тут, в принципе, все такое не первостепенно важное. Я сейчас возьму все, что нужно. И мы двинемся дальше. Приятного аппетита тебе там. Я попил воду. Походу зомби услышал, как ты воду пил. Где вам? Не знаю, он в лесу, как всегда, следопутит. За березой сидит, вижу. Ну что делает? Целится на поле. Сходить по-большому пошел. Потом вы будете ходить, когда тут перестреливать начнем. А ты заранее, да, так? Нет, я смотрю периметр. Правильно, кстати, делаю. Ну, значит, там кто-то пытается починить эту машину. Возможно, не такая уж она и бесхозная. Не такое уж это и место, скажем. Ну, понимаешь, это машина, она между Белградом и Митровице. Митровице — это место респауна. По идее, появляется... Вот для сторожки один зомби стоит, не двигается. Ты там город, что ли, осматриваешь? Mm-hmm. Вот для сторожки второй, тут вторая сторожка. Да-да, я понял, я левую говорил. Видишь его? Да, я его сейчас сниму, подожди. Второго не видишь? Погоди, сейчас отбегу. Ну, вроде никого нету, по крайней мере. На горизонте. Второй есть, он на поле. Угу. Там мельницу даже видно. Это предупреждать надо. Я же сказал, что да, я что-то это. Все нормально, можешь лутать. Он идет только в эту сторону. Я его сейчас тоже сниму. Не попал, что ли? Офигеть. Попал. Пойду того к тому. Угу. Что у него там? Рожок. Блин, сейчас. Рожок мороженого. Ванильный пломбир. Чё-то есть. Чё-то. Два пистолета, G17 и ТТ.
Так, сейчас глянем, что у меня по патрончикам. Может, там чему-то подойдет. G17. Я вот точно помню. Да. Ты можешь вместо ПМа залезть и взять его, а ПМ выкинуть и все магазины от ПМа тоже. Ой, ну что-то ты это слишком уж загнул. Нет, это тебе не надо, выкидывай. Бери G17 и выбрасывай ПМ и патроны от него. Есть большой минус, в Белграде нету магазина. В смысле? Вообще нету магазина. Что ж за город? В таком большом городе и нету магазина? Это что-то маленькое? Нету, есть аптека, есть пожарка. Завод, но нет магазина. Там две церкви есть, да? Да. В церквях еда есть, бывает. В общем, если в Белграде нету еды, то мы очень быстро в Черновар попаем. Потому что лично я уже наполовину голоден. Так, вот это все нафиг. Лео, давай быстрее, пожалуйста. Ой, ща. Жди, дружок. Выкину все это ненужное. Ты можешь сложить все патроны себе в инвертарь. Да, я так и сделал, а пистолет выкинул. Да. Что его. И они сразу выкидывают. Его-то чего-чего, а этого дофига. Нет, главное не упасть. Я высоты боюсь, блин. Да, ну такой, конечно, высоты смешно бояться. Пошел. Что видно, капитан? А, патроны до сих Апокалипсис. Пор. Апокалипсис. Апокалипсис видно, да? С подключением, блин. Я капитан же, очевидно. Перезарядочка, блин, как я давно хотел именно этот пистолет, а? Не знаю почему, потому что, наверное, какое-то время я с ним гонял, а патронов не было. В прошлый раз так неплохо затарились по патронам. Жалко, еды не было в городе. Двинули вдоль дороги, на картах тут. Эпси! Да будь ты! Здоров. Зомби все сагрил. Но просто гул такой, знаешь, из города. Бегут. Орда такая. Будь здоров. Он, кстати, вроде тоже милиция есть. Да хер с ней, нам еду надо. Толку нам от оружия, когда нам жрать нечего. В синих зданиях есть что-нибудь? Да, ну блин, это обычные хрущевки, то есть, ну как в обычных домиках, может. Может оказаться. Хрущевки квадратиками, тут, ну, тут три больших пушка. Я, короче, сразу в церковь. Давайте поделимся. А вот это, пушок. Зря я думаю по поводу разделимся. Да, днем уж не разделял слава. Помнишь, что было? Огонь разрешаю, то есть в городе чисто. Поэтому можно и поделиться. То есть я не буду бояться стрелять и выполнить. Просто на картах. Если зомби мало вокруг вас, можете просто стрелять. Вот это что за дом? Похоже на какой-то кинотеатр. Вот это вроде красный. Квадрат красный. Оп. Стрельбу запрещаю, тут 6 зомби. Хотя нет. Разреши. Я, наверное, смальну разок. Сейчас он через знак проползет, то я в знак боюсь попасть. Да не прыгай ты, сядь. Вот так. Неудача. Я ему попал же. Не пали так часто. Сагрил второго. Сагрил. Ай да ладно, всего лишь постреляем. Ёлки в виду. Не стреляй. По-моему, он по мою душу. Встаньте, Лео. Бегу. Ай, вамп, я перепутал вас. Все, лег. Найс шат. Вам 2 из 2. Цен 0. Да. А вот это уже ладно.
Это надо. Что-то их многовато в последнее время, я смотрю. Все равно с другой стороны, так что пошли. Ты думаешь, есть? Да, справа там. Погоди, с тобой здесь. А, он здесь, походу, да. Он только здесь. Печаль. Проверьте, вон тот правый дом по соседству и левый тоже. Ага, хер. Это просто так, подъездики. Там нельзя. Нет, как вот тут. Вот это, да, большим кружком синим обозначено, вот эта фигня. Какая? Вот, которую ты хочешь. А. Это промышленное обычное здание. Типа как офисного, но четырехэтажного. Такой же лут должен быть примерно. Вот смотришь. Вот мне нравятся такие здания тем, что в них маск-халаты могут спавниться. Что может спавниться? Маск-халат, маскировочный халат. Вот смотришь на эти все здания, просто бетонная коробка. Люди сами себе просто коробочки создают для проживания. Ну да. О. Нету входа там. Придется через что-то идти. И в душной бетонной коробке можно быть просто счастливым. И даже, наверное, нужно. Иначе здесь невыносимо. Но можно, конечно, ведь тоже взять мачете и пойти рубить. Всех. Один вылез. Я. Ну, прям на краю. Да, да, вижу, идет. Покажи Целю. Ему. Что-то у меня прицел гуляет, я устал. А, да, сейчас отдышусь. Да, я идёт. А я-то чё, а я-то чем провинился? Ну и а нет. На вампа. Кто стрелять как будет? Так? Кто хотите, то стрелять. Я уже завалил. Красавцы. Я уже завалил потом. Я тоже хочу револьвер, он как-то помощнее, посолиднее, чем эта ерунда. Ты сам G17 давно. Не говори. Ну ладно, я пока чё, с ним погоню. Зара убежал? Куда-то ушел. Погоняй. Но осторожно очень. Я из-за девятины ушел. Что-то я его там за спиной слышал какой-то шорох, ладно. Это школа. Думаешь, это школа? А, там может актовый зал был. Хочется, давай посмотрим на школу. Проект «Зеленая земля». Green Earth. Карта России. Хоть правильная, нет? Ну да, вроде правильно. Ну, а то, как иначе-то? Кто знает этих блин, американцев? Представь, американцы делают. О. Математика и рядом рецепты просто. 250 грамм муки, 3 яйца, 0,3 молока. Колик бы требовала Мартину, чтобы упекал 4 троты. 4 троты. А, ну это задачка типа про торты. Господи. Боже мой, как это криво написано. Периодично таблица Менделеев. Элементов. Ну я даже всматриваться не буду. Ох ты ж, блин. Тут есть лошадка. Да, лошадка, едущая. Слуничная лошадка. Система. Это ниоткуда. Мне кажется, это нифига не в России происходит. Ну, Россия просто кто-то писать не умеет по-русски. Неужели просто тяжело в Гугле прописать русские сайты? Понимаешь, они видят примерно, как выглядит. Им же вручную пришлось рисовать эти буквы. У них же нету шрифта. Тут есть танк. Что? Еще один танк? Да, и это деревянный маленький там. И корабль. Он в детскую зашел. Я уже тут такой, какой танк. Просто. Давайте его сделаем. Футбол, вот это мне больше понравилось, конечно, за место У, там, типа, мяч, это вообще О. Смотри, они даже алфавит сюда засунули. Тут рюкзак был, только что. Да, рюкзак, но он не нужен. Карта есть, еще одна, блин. Быстро бегу, осматриваемся. Есть хочу. Шире слово азбука. Ой-ой-ой, ну нафиг, я сейчас походу деградирую, пока буду в этой школе находиться. Алис Пак. Школа это, конечно, прикольно. О, смотри какие.
Ну тут они вряд ли без ошибок нарисуют. Нет, все правильно. О-о-о, дружба людей по цел... Дружба людей по целому свету. Коничива, хеллоу, привет. Хеллоу, салам, алоха, сатриака, здраво, ахой, ахой. О, подожди, тут еще животные есть. Жирафа, медвюд, лисица, крова, 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 пацаны. Крова. Пойдем крову найдем. Медвед, ты только посмотри. Птичка, пес. Пес. Ну пес. Пес. Просто пес. Свинья. А это что такое? Это вот что за буква в виде? Это просто глаза, нос с носом перевернуто. Вот так вот видят наши сим. Ух ты, смотри, ковер, у меня такой в детстве был. О, да-да-да, помню такое дело. Чё еще для счастья надо было? Мама, купи ковер такой в комнату. Да, и машина, и все. И машинок. О, смотри, там вон еще животные. Влак. Влак. Вместо волка влак. А, нет, стоп, это поезд. Почему там написано влак? Нарисован поезд, написано влак. Наверное, последние слова разработчика, который попытался выяснить, как по-русски поезд. Я же просто на рельс голову положил, влак. Ну, буквы в виде хера тоже норм. Влак. Я же представил, как это его там переехало. Влак. Что не сильно много видит. Слышишь, там чё нам? На входе стоял он прямо за девятиэтажкой, был он там и увидел меня как-то. Мартин Пекл един торт. Вон он стоит. Вам подойди. 250 муки, ну да, вот он. Ой. Что-то я совсем там не с вами, походу. Ага, не с вами, явно. У нас тут проблемы небольшие были. Не, ну ты за... Мартин Пекл един торт. Классное выражение. Колик бы 3 балла, Мартину чтоб упекал 4 троты. Пошли через милицию до церкви. Я двинусь. Да ты не двинься там умом-то, я пошел, я спускаюсь. Где? Вы на выходе, да?